Петербург полностью обеспечен социальными такси. К такому выводу пришли сотрудники профильного комитета. Накануне представители ведомства проинспектировали транспорт для инвалидов. 2 года назад подобных автомобилей в городе насчитывалось всего 2. Остальные не были приспособлены для нужд инвалидов. В них отсутствовали пандусы, специальные сиденья. Исправлять ситуацию начали в конце 2013-го. Каждую транспортную организацию профильный комитет обязал предоставить хотя бы одну специально оборудованную машину. В результате количество их увеличилось до 53. Половина оснащена гидроподъемниками, остальные – пандусами. Каждый специально оборудованный автомобиль он может выполнять не один заказ, а несколько заказов в течение дня. В настоящее время данного количества автомобилей в полной мере хватает для того, чтобы обеспечить всех желающих воспользоваться данной услугой. Услуга «Социальное такси» в нашем городе реализуется с 2006 года. Воспользоваться им могут пожилые петербуржцы и инвалиды. Оплата составит всего 10% от стоимости поездки. Заказать машину можно по телефону 576-0300. Правда, вызвать его за час до назначенного времени не получится. Заявки принимаются не позднее, чем за сутки.